Всем привет! У нас сейчас будет с вами интересная с Wildberries распаковка. И вкусняшки, и нужные вещи. Вот вчера я уже одну открыла, попробовала. Сейчас покажу вам. Это вот такая вот штука. Паста. Гринмания вот такая. Тут, значит, у меня... Что у меня тут? У меня тут кокос манго. Вот. Это мне очень нужно для дела. Она вот такая вот тут плотная. Она офигенная. Она очень вкусная. 300 рублей стоит баночка. Но она очень плотная. Ее надо или с чаем, или вот мне нужна она в начинку, в конфеты. Ой, попью чуть-чуть. И еще сейчас покажу, что еще у меня там пришло. Сладкая. Так. Так, вот еще две банки будет сейчас у нас. Сейчас покажу тоже, это же Green Money, фирма одна. Я просто уже пробовала такую шоколад фундук. Очень вкусная, мне очень понравилось. Открываю вот банку. Все запечатано, вообще все отлично. Просто вот еще все в мешке в одном. Там коробка плотная. Молодцы в этом плане. Даже уже в этом году изготовлена дата, видите? Вот это запечатанное, не буду ее открывать, наверное, до конца. Это соленая карамель с кокосом. То есть здесь получается у меня что та, что это. Сейчас скажу состав. Стружка кокоса. Нектар кокосовых соцветий. Сироп цикория. И соль розовая гималайская. И все это, ну, вываривается. То дело, карамель, примерно представляете, да, как ее делать. В общем, вот такая вот карамелька еще. Здесь тоже у меня должна быть такая же коробка. Но здесь уже она... Вот она, смотрите, в пакете. Потом еще вот такая коробка Green Money запечатанная. Сейчас открою. Коробки. Потом идет бумажка. И потом уже сама банка. Банка опять, видите, в пакете вот в таком с пупырками. Вот. Здесь арахисовый гриль. Ну, здесь видно, что там орешки есть. Вот. Видите? Я просто боюсь, я ее сейчас не открою. Мне сил не хватит. Арахис обжаренный тоже. Соль розовая, кокосовая стружка. Конечно, попробую, но не уверена, что я ее смогу открыть. Мне вообще она даже не поддается открыванию. Ладно, бог с ними. Они все на кокосе сделаны. И еще одна штука очень интересная. Я купила себе. Вот такая вот щетка. Сейчас распакуем, покажу. Да. Я надеюсь, что она мне будет немножко облегчать уборку на кухне. Когда надо потереть. Ножницы такие дурацкие. Я хочу ножницы купить, и все никак. Вот в фикс-прайсе была, и даже не вспомнила про ножницы. Интересно, тут есть набор батарейки? Потому что эта штука работает на батарейках. Не распечатаешь. Во. Запечатывают как. Молодцы. Так, открываем. Так. Вот, что здесь у нас в наборе, смотрите.
вот такая насадка. Жесткая. Вот такая насадка. Вот такая вот мягкая одевается, как полировать. Потом вот такая щетка. Просто губка. Сам агрегат. И к нему провод. Он на зарядке, видите, он не на батарейках. На кнопочку нажимаешь, и он фигачит. А вот сюда, вот видите, тут такая штучка, убираешь ее, и там зарядка заряжается. Давайте что-нибудь попробуем одеть, вот эту, например. Вот. И фигачит вот так вот, и она все чистит. О, какая штука. Как ее снимать, интересно? А, просто снимается. В общем, вот такие вот насадки, вот такие вот интересные штучки. Тут еще масло, что ли, какое-то. Не знаю, что это. Даже инструкция есть. Провод USB-шный. Вот. В общем, вот такой вот агрегат я себе приобрела. Так что, друзья мои, вот все, что я купила. Про пасту рассказала, про вот эту трещотку рассказала. Посмотрим, как она мощная, не мощная. Ну, инструкций нет никаких, то есть я как бы не могу сейчас сразу сказать. Отзывы, конечно, как всегда, знаете, кто-то за, кто-то против. Но пока сам не попробуешь, как-то узнаешь, да, за ты или против. А, цена-то самая главная. Цена у нее 580 рублей с кучей насадок. Я надеюсь, что она мне очень поможет. Так что вот, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока.